Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» я расскажу вам о производителе стиральных машин Hoover, где собирают и производят машинки. Вообще, если дословно перевести слово Hoover, то он обозначает пылесос. И это не удивительно, потому что эта компания как раз-таки и начинала свою деятельность с производства пылесосов. И даже самый первый пылесос, который был представлен всему миру, имел название Hoover. Эту компанию вообще открыл и запустил американский бизнесмен Уильям Hoover, который и начал производство этих пылесосов, который сделал эту компанию очень популярной по всему миру. Но в дальнейшем компания выпускала не только пылесосы, но начала выпускать и самую разную, очень качественную, самое главное, бытовую технику. Страна-производитель данной бытовой техники и стиральных машин – это Америка. Но если говорить о стране сборки, то здесь, именно если брать территорию России, то на территории России есть завод в городе Кирове, где как раз-таки и производится сборка именно техники для стирки. Если же брать другую бытовую технику, то в России она поставляется из КНР. Но мы рассматриваем стиральные машины, так что у нас стиральная машина российской сборки. Но это ни в коем случае не означает, что эта техника какая-то некачественная и так далее. Нет, она проходит очень строжайший контроль качества и радует российского потребителя. И очень нравятся эти стиральные машины тем, что они с каждым годом улучшают свое качество и представляют всему миру различные инновационные технологии. Так, например, практически все модели сейчас управляются с помощью телефона, с помощью мобильного приложения, где самостоятельно можно включить, да, запустить машинку, можно выбрать какой-либо режим и так далее. И еще Hoover очень популярна таким режимом, как All-in-One. Объясню, что за режим. Этот режим подразумевает под собой 60-минутную стирку, которая может отстирать разные типы тканей за 60 минут, просто выбив из волокон различную грязь, различные трудновыводимые пятна, хотя по сути это невозможно для очень многих стиральных машин, которые, скажем так, соперничают с этим брендом. Так что именно этот режим тоже делает Hoover очень популярными и считается очень и очень таким мощным стимулом для других. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!